Как волосы и сосиски. А это знаешь, что такое? Сосиски же эти студенческие, по-моему, да, нет? Да, да, да. Ну вот, это я вот... Я не учла этого. Это все вот эти вот, да, включения у них. Студенты подняли свои эти самые. Вот такие студенческие сосиски. Прикольные. Ну, это вот все эти добавки. И как они это называются? Отсутствие присутствия мяса. Отсутствие мяса. Это называется мясосодержащее. Да, мясосодержащие сосиски. Вот так они выглядят. Ну, они, кстати, по вкусу будут довольно-таки вкусные, я тебе скажу. Потому что там глютамат и все дела там все добавлены. И вот. А кофе зато классно получился. Да, вот такие. Надо клип. Хороший. Клип надо сделать на эту тему. Студенческая сосиска написать.